Второй маршрут – каньон, каньон Днестра. Залетаем, идем по маршруту. Высоту больше 200 метров нет необходимости набирать. Доходим до каньона и упираемся в Адаев. Упираемся в Адаев. Адаев – это парапланерное место, летают на парапланах. Значит, проход над вот этой вершиной. И снижение в этой лагуне левым разворотом. Левым разворотом сюда снижение и заходим в каньон Днестра. Дальше идет визуальный полет по каньону. Он идет змейкой, змейкой до следующего поворотного. Этот поворот находится, называется мост Лука. Вот, то есть, когда после поворота, другими словами, после поворота, вот здесь тоже парапланерное место, вот это, здесь летает на парапланах. После того, как проходите вот это парапланерное место, вы его не видите, это будет справа такая высота высокая, проходите поворот по речке влево, и сразу будет видно мост. Вот. Перед этим мостом уход вот в это ущелье с набором высоты. Набором высоты и возврат на Колымы. Это для тех, кто устанет лететь по каньону. Для тех, кто не устанет лететь по каньону, выполняет набор высоты до 200 метров и уходит на район Красные водопады. Красные водопады примечательны тем, что они на самом деле визуально смотрятся как красные водопады в этом месте за счет того, что здесь грунт красный и здесь вот водопады. Очень красивое такое место и натуральный разрушенный замок. Он называется Червоногородский замок, но на самом деле это изначально был замок графа Потоцкого. Строительство и было. Вот. Затем разворот на мост Устечка. Очень красивый высокий мост. После этого моста разворот на Коломыю и возврат на Коломыю. Все. На этом маршрут будет закончен. На 200 метров. Все. Выключаем.